Всем привет! Сегодня 13 августа. Наконец-то сегодня солнце! Наконец-то! Наконец-то у нас радость, солнышко! И мы все вышли на улицу. А то у меня Эльгиз сидел в подполье. Я практически тоже рядом делаю заготовочки. Все перерабатываю. А сейчас мы делаем порядок на улице. Прямо вот все-все прибираем. Я сейчас полностью убираю гряды, ну их нафиг. Все выкапываю, ничего мне не надо, у меня полный морозилок, мне просто некуда складывать, некуда. Вот сколько выросло, все убираю, все прямо подряд убираю. Свеклу, морковь, подсохнет все, в шатер занесу. Все, чистоту и порядок, короче, навожу. Ильгиз косит последний раз. В этом году. Что, еще раз будешь? Говорит, нет, я, наверное, еще раз буду перед отъездом. А хотя зачем? Там уже пойдет уже туда. Это, видишь, с дождями так сильно наросло-то. Обычно мы в августе, всегда в середине августа это прокашиваем и все это... Посмотрим. Ну да. Все, сейчас будем. А то, когда последний раз снимала, и все так и стоит, никак невозможно было выйти. Прямо оно льет, как из ведра. Кстати, кабачки, вот, они пошли просто активно бы, пошли, но они все сгнили. Вот они прямо на корню гниют. Мелочь и вся прямо вот, вся уже сгнившая. Так что, ну, собственно, я уже икры наварила много, мне достаточно. Я могу прямо вот сейчас вырывать и убирать и кабачки, и все. И картошку выкопаю, сколько есть, все будет наше. Больше нам не надо, ничего не надо. Все, вперед на работу. Ты еще и выискиваешь горох. Вот если бы не дождь, то бы я ведь давно уже его убрала. А ты еще что-то выискиваешь. Но я, конечно, соберу там, какие будут еще плоды. Их, наверное, уже не будет. Ну да, все уже высохло. Все уже. Но все равно, видишь, вот наклонился, что-то нашел. Ой, как я люблю наводить порядок, кстати. Я так люблю, чтобы у меня на грядках было все чисто. Без каких-либо растишек. Все, ребята, убрала я всю мелочь. Все повыдергала. Такая довольная, такая счастливая. Красота. Вон там осталась петрушка, она двухлетняя на будущий год, если она просто сама будет по себе расти. А я сильно траву не стала убирать. Думаю, пусть она подрастет еще, потому что мы еще здесь будем месяц, чуть больше. Я потом прохожу всегда уже грядки перед самой зимой плоскорезом. Срубаю все уже сорняки. И на одну грядку в середине сентября затолкаю зимний чеснок. Он и без нас вырастет хорошо. Потому что его надо сажать, его нельзя пропускать. Вот. Если Бог мне даст завтра такую же погоду, как сегодня, я выкопаю картошку. Вы же помните, я же сажала 140 штук. Мы сажаем же 140 штук. 140 кустов, из них штук 20, наверное, не взошло. Так что 120, из них кустов 10, наверное, уже съели. Так что 110, это немного. Кстати, в компостной куче у нас очень-очень много проросло. Картошки, ту, которую мы выбросили, которую не сажали, выбросили. Она, кстати, такая классная наросла. Вот сейчас держу, стою. Вот такая хорошая картошка, но это я взяла, которая сверху немножко. Не стала внутри копаться. Вот тебе никакого окучивания, ничего не надо. И картошка точно так же растет. Кстати, вот буду копать, может, покажу, как вот она окученная. Не окученная у меня, а картошка вся глубоко-глубоко внутри. И ничего наверху нету, никакой зелени, ничего, никакое окучивание, я не знаю.
Это мы всегда окучивали, да, а я вот уже четвертый год не окучиваю и точно так же собираю картошку, выкапываю ее. Я ее практически без лопаты, без всего, просто выдираю корень и рукой вытаскиваю, потому что на грядах земля не утрамбовывается, она мягкая, мы же по ней не ходим, ничего не делаем с ней. И ни вилами, ни лопатой не копаем, я только руками. Так что вот, ну и останутся кабачки, но вырастут еще, значит, еще икры сделаем. И не вырастут, не надо, просто повыдергиваю, выброшу. Сколько у нас есть, всего нам хватит, ребята, даже излишки. Полные два морозилки будут у меня забиты. На 2 года, даже вот не заглядывая, не сажая, на 2 года всего хватит. Ездить один раз в неделю, курицу одну покупать, и все, и можно жить. Вообще не выходя из дома. Вот как. Ну, я имею в виду по овощам. К этим овощам курицу. Ну, не говорю там про крупы, про молочку, про все прочее, прочее, прочее. То, что овощей действительно хватает. В прошлом году были даже излишки. Я очень много сделала. Очень много. И мы еще на зиму уехали. За лето мы 1/3 даже не съели от того, что было заготовлено. Так что на следующий год мы зимой... Опять же, мы уезжаем, сколько зимой проживем в Анапе. Может, опять всю зиму проживем. Весной только вернемся, и в мае мы уезжаем снова в Забайкалье. Ну, по плану у нас вот на это, вот на этот год так. А потом уже видно будет. Дальше уже не загадываем. Все, ребятки. Все. Вот и муж мой закончил косить. Мы с ним вместе вышли, вместе закончили. Все. Завтра еще выкопаю картошку. И потом вам покажу и расскажу, смонтирую видео. Да-да-да. Так, сегодня уже 14 августа. Сегодня дождя не было. Солнца тоже не было. Картошку я не копала, не пошла. Хотя можно было бы, но какие-то возникли другие планы. До обеда занимались домашними делами. Потом соседка сказала, что пошли грибы. Езжайте за грибами, чего вы тут сидите. Поехали мы за грибами. Набрали ведерко разных грибов. И подобабок, подосиновок, и маслята, и белые. И, ну, всяконьки. Вот сейчас буду... О, даже вот такой сорвали. 3 или 4 штучки вот таких. Вот их отдельно пожарить, они вкусные, кстати. Вот сейчас я все перемою и все сварю. Все это сварю. Вот маслята выберу отдельно. Давно не собирала маслята, давно. Но как мы собирали грибы, Ильгиз там покажет у себя на канале. Сегодня уже 22 августа. Я так и не приступала к копке картошки. Как вам начало записала 13 августа, что убираю огород. Так все стоит, уже травой все заросло, кустиков совсем не видно. Но картошка, кстати, очень хорошая, удивительно просто. Ну вот, сейчас только вот вышла, когда дала мне возможность. У меня что-то все такое, какое-то кручение бесконечное. То за грибами, то за готовки, то одно, то второе, то третье. И все что-то никак я не могу. Мелочь эту всю я убрала 13 августа, всю переработала. Все у меня уже по местам все лежит. Кабачки так немножко плодоносят, еще икру варю. Ну, хоть и кусты огромные, но кабачков не так много. Ну и слава богу, чтобы их не так много и перерабатывать. Так что все, начинаю копать. Все, ребята, убрали мы картошку. Великую картошку в большой траве. В этом году я сама не смогла справиться. Все года сама выкапывала. В этом году Ильгиз пришел, мне помог. Вот. Старая я, ребят, стала старая. Накопали мы, как всегда, хорошо. Мы вот такое ведерко сажаем. Вот такое. Вот такое ведерко. Вот такое. 8-9 литров. Каждый год как раз вот такую мелкую и 10 таких выкапываем. Это каждый год.
В этом году мы выкопали вот 8 здесь. Ну, 9 мы уже съели. Картошка, как всегда, огромная, хорошая. Ну, у нас картошка всегда хорошая. Да у нас вообще всегда все хорошо. Сидит уже 25 лет на одном месте. Вон какие экземпляры даже попадаются. Хорошая картошка, хорошая. Но копаем и думаем. Вот нам вот этого огорода вообще не надо, практически не надо. Но сажать мы все равно будем, только для того, чтобы ну хоть маленечко наклониться, ну хоть маленечко что-то поделать. Какая-то забота. А так мы посчитали, говорю, я сколько раз уже на видео говорила, нам с Ильгизом надо килограмм картошки в месяц, в неделю. В неделю. У нас 52 недели в году. Вот нам надо 50 килограмм на год этой картошки. А мы накапываем по 150. 50 съедаем, а 100 уносим на мусорку. Вот в этом году, кстати, с мусорки сажала, кто смотрит постоянно. Картошка была уже вся пророща, такая страшная. Ее, кстати, очень много не взошло. Если бы она взошла, то было бы еще больше урожая. Так она была вообще тычиночками там-сям. Ростов почти практически не было, одна трава. Но она наросла. Она наросла. Наша земля, видимо, для овощей пригодна. Очень даже. Ну все, ребята. На этом буду я с вами прощаться. Всем пока-пока.